Так вот, молодой ветерок на прощание дал ей орех и сказал, чтоб она его расколола, когда ей потребуется помощь. Поблагодарила его бедная женщина за совет и подарок и пошла по бездорожью к вольному ветру. Много невзгод она перенесла, много слез пролила, пока не дошла наконец до вершины высокой горы и там башни. И жил вольный ветер. Рассказала она ему про свое горе. «И я ничего не знаю о твоем муже», — ответил ей вольный ветер. «Пойди-ка ты лучше к моему старшему брату, буйному ветру, что на море волны горами вздымает и играет кораблями, как щепками. Он всюду скитается и все знает». Тут вольный ветер дал ей орех и сказал, чтобы она расколола его, когда ей потребуется помощь. Отправилась бедняжка на поиски буйного ветра. Дорога еще труднее казалась. Камни изранили ей ноги, колючки платья взорвали. Солнце ее пекло, дождик до костей мочил. Много она выстрадала, пока не добралась до высокого, превысокого утеса с каменным замком на вершине. Там и жил буйный ветер. «Знаю я про тебя и про твое горе. Вот, видите, мудрый, мудрый, так сказать, наш один из покровителей, скорее всего», промолвил, значит, этот вольный буйный ветер и сказал, что он, ему можешь мне много не говорить, в сущности только обрисуй свою просьбу. Ну и девушка это и сделала. «Не волнуйся, я отведу тебя к мужу, только знай, что завтра он женится на другой. А пока возьми этот орех. Раскали его, когда тебе будет грозить беда неминучая». Переночевала жена графа Кабана в замке буйного ветра. Рано утром дал он ей сапоги-скороходы. «Один шаг сделаешь, на 3 дня пути вперед уйдешь». А? Опять та же история, как и в «Финисте», «Ясном соколе». Отправились, в общем, они дорогу, она и буйный ветер, но сколько они не спешили, все равно опоздали. Граф уже выходил из церкви со своей новой женой. Несчастная женщина так и обмерла, а муж не узнал ее, так как она почернела и отощала. Молодые сели в карету, и кони помчались. Тогда она кинулась за ними следом и бежала, пока карета не остановилась перед большим красивым дворцом. Бедняжка ломала руки, не зная, что делать дальше, но тут на крыльцо вышел важный дворецкий посмотреть, все ли в порядке. Она упросила дворецкого принять ее на какую-нибудь работу. А тот согласился, нанял ее в свинарке. Она и этому была рада, лишь бы к мужу поближе быть, видеть его время от времени. Но каждый раз, когда ей удавалось издали взглянуть на него, ее охватывала такая тоска, что она, наконец, не выдержала и расколола орех, который ей дал легкий ветерок. Из ореха выкатился перстень с таким драгоценным камнем, что все вокруг светилось, а в гостиной у господ будто солнце засияло. Графиня разослала слух узнать, откуда идет такое сияние? Один из них заглянул в свинарник и увидел на руке свинарки прекрасный перстень. Сказал он об этом графине. Та позвала к себе свинарку и спросила, сколько хочешь за свой перстень? Я не продаю его, сударыня, ответила свинарка. Я дам тебе за него полный кошелек червонцев, настаивала графиня. Свинарка не соглашалась, но под конец сказала, что отдаст перстень даром, если графиня позволит ей провести одну ночь в спальне графа. Графиня подумала, подумала, стяжательница ведь была и паразитка по натуре, и согласилась, уж больно ей хотелось иметь такой перстень. Но
Ночью свинарка вошла в спальню графа и застала его спящим. Будила она его, будила, плакала, рассказывала о своих невзгодах, но он не проснулся, потому что графиня за ужином подсыпала ему в кофе снотворного порошка, понимая, чем бы он и как бы воспользовался, если б не уснул. Всю ночь она проплакала, бедняжка. А когда рассвело, вернулась к себе в свинарник. И так ей стало тоскливо, что под вечер она взяла и расколола второй орех. Из него выпали золотые сережки с такими камнями, что их сияние осветило все комнаты дворца. Графиня догадалась, откуда идет это невиданное сияние, поспешила в свинарник. Увидев сережки, она воскликнула: «Я отдам тебе дворец со всей утварью, если ты уступишь мне серьги». Как видите, серьги-то, наверное, были непростые. Эта паразитка понимала их значение. И вот свинарка опять всю ночь проливала горькие слезы и рассказывала о своих невзгодах, но граф спал как убитый, потому что графиня опять подсыпала ему в кофе снотворного порошка. В ту ночь в соседней комнате спал приятель графа, приехавший к нему в гости. Его разбудил плач и причитание свинарки, а утром он спросил хозяина, почему графиня всю ночь плакала и причитала. Граф сразу же догадался, что это была его первая жена, а так как у него, как и прошлым утром, болела голова, то он понял, что графиня подсыпала ему в кофе снотворного порошка, чтобы он не просыпался всю ночь. Видите, друзья, даже знающие люди творят непотребное и совершают ошибки постоянно. Что ж, это уже и понятно. По период был такой. Несовершенны мы, и они, те, кто были перед нами, тоже уже были не такие совершенные, как перед первым великим потопом. А свинарка вернулась своим свиньям и от мук не могла найти себе места, опротивила ей жизнь, и все. Из горя она расколола третий орех. Будь что будет, из ореха выпало платье. Да такое, все обшитое золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Платье испускало такое сияние, что весь город озарился волшебным светом. Графиня, не мешкая, бросилась в свинарник и ахнула от изумления. Такого платья еще никто на свете не видел. За него графиня была готова отдать все графство. Но свинарка качала только головой. Нет и нет. Вот если ей позволит провести в спальне графа третью ночь, тогда она уступит платье. Графиня и на этот раз согласилась. За ужином граф будто нечаянно толкнул подсвечник, и свечи потухли. В темноте он быстро переменил чашки с кофе и подсунул свою графине. Сон тут же свалил ее, и она проспала за столом до утра. А граф поспешил в свою спальню и стал ждать. Через некоторое время дверь открылась, и в спальню вошла его первая жена. Граф от всего сердца обрадовался ей, а когда рассвело, он пригласил во дворец самых мудрых людей в городе и сказал им: «Недавно я потерял ключ от комнаты, где у меня хранятся драгоценности. Искал я его, искал, но так и не нашел. Тогда я заказал себе новый. И вот сейчас потерянный ключ отыскался. Теперь у меня два ключа, а мне больше одного не нужно. Что посоветуете вы мне, мудрые люди, какой оставить, старый или новый?» Все в один голос сказали, что лучше старый, он-то настоящий. Так пусть его граф и оставит. Тогда граф рассказал своим домашним обо всем, что с ним случилось, попрощался с ними и уехал со своей первой женой в свой замок. Там они зажили спокойно, у них родилось много детей, они всех поженили и долго еще радовались внукам. Конечно, друзья, очень бы было важно наше чтение,
неискаженного текста этого сказа, ну, как и многих других, ну, как это проделал известный Николай Левашов, например, в сказе о Ясном Соколе. Естественно, это бы было очень интересно и наверняка очень познавательно. И вот мы просто тут дали вам канву. И над всем, так как и над этим текстом особенно, предстояло бы проделать очень большую работу. Если у вас такое желание и время, мы вам советуем его проделать, потому что и тут наверняка, мы не сомневаемся, зашифровано много всяких тайн из нашего прошлого, а именно тех тайн, которые бы окончательно опровергли как официальную историю, так и все, и все те басни и небылицы, что на ее страницах выстроены об народах, истории народов и вообще всей всемирной истории. Действительно, тут заключен более глубокий смысл, чем кажется с первого взгляда. Если просто прочитать и посмеяться, особенно если читаешь малым детям, хотя малые дети, еще, вероятно, придя в этот мир, и что-то там у них еще осталось от их предыдущих жизней. Ну, если, конечно, они не в первый раз в человеческом образе пришли на эту землю. Поэтому они понимают все это почему-то буквально. И наверняка, уверяем вас, не будут в этом смысле ошибаться. Хотя относить все, что происходит в таких сказах, непосредственно к нашей современной действительности, это было бы уже полным. Некоторые скажут бредом, а мы скажем просто неправильным действием. Хотя когда-то все, о чем тут говорится, и вот в предыдущем, например, сказе, как мы уже говорили о графе Кабане, все было наверняка действительно и реально. А уж как передали сказители славянские это, ну, упрощенно, в неких сказочных образах даже, то это уж, как говорится, скорее даже не их вина, а просто таковые у них были возможности, и других они не имели. Заключительно скажем, почему они так поступали, ну, каждый народ по своими особенностям. Потому что паразиты уже следили своим всесильным оком над всеми и наверняка бы выкорчевали и уничтожили всех, кто просто бы рассказал всю правду в свое время. Сейчас кукуща немножко проходит, эпоха волка пришла, и, соответственно, открылось больше возможностей для нас, большую возможность узнавать реальную правду. Но было время темное, так сказать, века, когда это было невозможно. И потому и на сказательных образах народы, лучшие представители народов в сказах передавали все, что знали о прошлом. Кто знал больше, кто меньше. И, соответственно, пытались через эти сказы, превращая их в сказку, донести эти реальные события вот таким образом. В общем, друзья, думайте сами. Надеемся, наши подсказки в изложении этих сказок будут вам очень полезны. Можно даже еще так добавить, все у нас мысли наворачиваются. Мы, конечно, посвятим этому отдельную потом статью, но тут, чтобы не перегружать рассказ, скажем одно, что паразиты, владеющие нашим миром, не позволяют нам, как сказать, стоять на двух ногах
То есть дают нам маленький кусочек знания. Знания, чтобы быть, мы могли только рабами, обслуживая их и выполняя их волю, а всего знать нам не велено. Но для того, чтобы нам опять твердо стать на этой земле, нашей земле, заметьте, то надо именно знать весь фундамент всех народов, где утайнены и где размещены все эти детали и сказки всех, у всех народов во все времена, естественно, и собрав их, и вылив из них один великий фундамент, мы твердо будем стоять, как непоколебимо, то есть возведем опять нашу так называемую Вавилонскую башню до неба и вернем то, что нам по праву принадлежит. Ну, а как это делать? Это задача даже не самого мудрого и не каких-то обществ революционных или не очень, а именно каждого из нас. Пока мы все это не осознаем, пока мы не захотим стать твердо на этой земле, вот так и будем шататься, болтаться, как некие куклы у Карабаса, Барабаса на веревочках. Дернет руку, одну руку поднимем, дернет другую ниточку, другую руку поднимем и головкой будем кивать. В общем, друзья, не надоело ли вам это? Думайте сами и решайте сами.